Я решила сегодня сходить на дачу, но погода такая холодная, что я все замерзла. На улице у нас плюс 9, а утром было плюс 5, поэтому так довольно-таки прохладно. Самая радостная новость, то что скоро начинается Евровидение. Я очень счастлива. Самая радостная новость, то что начинается Евровидение. Осталось уже 10 дней до первого полуфинала. Конечно, мы все ждем второго полуфинала, потому что настоящие страсти будут кипеть именно во втором полуфинале, который пройдет. Очень много талантливых песен, очень много талантливых исполнителей. Мне очень нравится Ирландия, очень нравится Дания. Потом нравится Швейцария. Италия. У нас то выглядывает солнышко, то оно прячется за тучи. И очень сильный ветер. Так вот, мне еще очень нравится Дания. Очень нравится Дания. Она такая милашка, у нее такая милая песенка. Дания, Ирландия, Швейцария, Италия. Кто там еще? Мне нравятся Нидерланды. Не знаю, у нее рейтинг у букмекеров порядка там 27% у Нидерландов. Вот, и все, конечно. О, еще мне нравится очень Израиль. Ее просто рока Хорватии. Нидерланды находятся на первом месте у букмекеров. А остальные уже там подтягиваются. Там Россия идет второе место. Вчера Австралия выложила потрясающую версию своей песни, исполнив это акапельно. И сопровождая это аккомпанирование себе на фортепиано, это потрясающе было. Австралия выложила потрясающую версию. Я вчера, я вспомнила об Австралии, как же я ее забыла. И мне пришлось пересматривать Австралию 1 000 000 раз, потому что мне очень нравится песня Австралии. В этом году очень много талантливых исполнителей и невероятно приятных и мелодичных песен представлено. То, что я, например, переслушиваю многократно. То есть в этом году я забыла совершенно про Австралию. И вчера она напомнила, она выкладывает версию свою акустическую под фортепиано. Я такая, Австралия, ты же у меня тоже в топе.